И снова здравствуйте, всем привет. Итак, теперь такой вопрос. Вот, допустим, все, игрушка закончена, все, у нас есть меню, там паузы, все, значит, враги нападают, мы там защищаемся, находим какие-то артефакты, словом, все доделали. Как вывести, значит, игрушку в игровую сделать, да, в игровой файл? Заходим, значит, в Edit, находим преференции, находим Game. Games. Вот. И включаем вот это Import Export Save as Game Engine Runtime. Вот эта вот штука. Вот. Тут еще Engine Logic. Короче, много названий. И подключаем, ставим вот эту галочку. Все, мы ее подключили. Дальше что делаем? Ставим, допустим, 0 на NumPad. Где у нас тут, да? Вот. Начало, где у нас тут игра уже начинается, вся штука прописанная. И заходим в файл Export Save as Game Runtime. Вот она. Давайте нажимаем, смотрим, что получится. Предварительно создайте какую-нибудь папку. Так. Давайте сейчас создам. Итак, вот папка создана. Теперь заходим опять, значит, в игровую эту штуку. И находим экспорт, Save as Game Runtime. Переименовываем как-нибудь игру, допустим, ну я не знаю, там как-нибудь, короче. Находим ту папку, куда закинем игру. И значит Save as Game. Все, пошло сохранение. Немножко ждем. Сейчас посмотрим, что получится, какие файлы, что это вообще такое и с чем это все едят. Так, все, вроде бы сохранилось, все тут задвигалось. Ну, давайте смотреть теперь в папке. Закрываем вот эту штуку, значит, AppBGE. И вот они файлы. Вот он файл, значит, загрузочный, версия 3.6, Blend OSCID, Blend Shared какой-то, Engine лицензия и так далее. Так, запускаем всю эту штуку. Вот пошли тут коды, так вот игровое такая штука, окно открылось, там пишется, значит, какие-то штукенции сзади, да, вот такая вот, да, блендер текстуры, но то, и ждем, пока эта игрушка, значит, загрузится, смотрим, что сейчас получится, как это все дело заработает. Итак, вот все, игровая штука, в нее можно играть, что-то брать, ну, с условием, конечно, когда вы все тут сделаете. Настроите свет, настроите, значит, врагов и так далее. Вот есть порталы, есть аптечки, есть здания. Вот гражданин пока патрулирует, да, еще так койдовой информации как бы маловато, а та, которая есть, на нем пока работать не хочет, я ее пока добиваю, смотрю, в чем тут косяк, и значит, все-таки я его настрою, этого гражданина. Так, теперь мы его как бы обходим, заходим в наш портал и оказываемся в другой, значит, зоне. Здесь у нас совсем другая штука, здесь мы можем оказаться на лошади, куда-то скакать, что-то искать и так далее. Но опять же, настроить паузу, настроить меню, настроить, допустим, смену оружия. Очень, опять же, повторюсь, что мало этой информации. Так что, вот такая, видите, здесь 10 и 100 как бы сбились от экрана. Нужно там тоже все это дело подлаживать, заходить во все сцены, смотреть что да как, а потом все это дело сохранять. Ну, в принципе, что, вот можно здесь бегать, смотреть на каньоны. Даже если у вас не получится собрать полноценную игру, ну, в принципе, можно гулять просто по каким-то локациям, да. Допустим, вы сделали это египетского фараона, и египетский фараон просто бегает по своим владениям, допустим, где в пирамиде Гиза. Можно просто ходить, смотреть достопримечательности, что-то там разглядывать, какие-то модели. Ну, в принципе, хотя бы в таком варианте тоже будет неплохо использовать
значит, этот движок. Ну, а если кто-то соберет полноценную игру на этом движке, ну, тому, как бы, респект, как говорится, и уважуха, да? Вот такая штука, значит, с выводом. Вот игрушка. Escape нажимаем, вышли из игры. Можно сделать, повторюсь, что нужно, даже не можно, а нужно сделать меню. Информация на канале есть по старым, значит, роликам, они еще актуальны. Я навряд ли, возможно, буду ее делать, а если загорюсь, то, может быть, и сделаю как ролик, как делать меню. Пока нужно разобраться, самое сложное, это разобраться, значит, вот с персонажами, с врагами. Вот это самое сложное. Ну, такая информация. Все, всем пока, до свидания.